всем привет, и с вами снова Дава Дым. И сегодня будет такой маленький нестандартный обзорчик. Нестандартный он тем, потому что я пока не знаю, что в этой коробке. Единственное, что я знаю, что это коробка от Космошопа, то есть Екатеринбург, Марик, привет. И все. Я решил ее не открывать, а открыть ее на видео и посмотреть, что в ней лежит. Так это будет, наверное, интереснее, да? То есть на данный момент вы сейчас смотрите и не знаете. Хотя, скорее всего, по названию уже понятно, что там лежит, но поэтому я в названии тоже как-нибудь завуалирую это, чтобы это было немного непонятно, что лежит в этой коробке от Космошопа. Мои предположения такие, что здесь может быть лежать новая модель от Космохука, от Марика. Здесь могут лежать какие-нибудь аксессуары. Здесь может лежать какой-нибудь промо-мерч. И могут лежать, конечно же, чашки, да, то есть, но какие чашки, может, и какие-то новые чашки, мы не знаем. Поэтому давайте, собственно, ее прямо сейчас и откроем. Оп, тихо-тихо. Я уже вижу это. Охуеть. Невиданная щедрость от Космошопа, я так скажу. С чем это связано, я не знаю, но... Хочешь посмотреть, да? Ты этого не видишь. Я это вижу, ты это не видишь. Ладно, показываю. Это, как я понял, полный набор, или, возможно, не полный, но самый топовый, наверное, модельный ряд чашек Космошоп. Давайте тогда уже немного переделаем формат видео. Я как понял, здесь они все абсолютно разные. И сделаем более какой-то, наверное, полезный формат видео. Я сейчас, собственно, буду все эти чашки открывать, показывать вам и говорить, какой табак на этой чашке заходит охуенно, а какой хуёво, да? Интересно, если это интересно, ставь лайк, и думаю, мы будем это разбирать. Давайте начнем с самой первой коробки, я её пока вот сюда отодвину, и вот сюда буду выставлять. Чаша для кальяна Cosmo Bowl Rocket Upgrade Horeca, то есть какой вариант, здесь ничего не помечено, поэтому для меня это будет все сюрпризом. Погнали. О, это... Игрец на дуде пиздец. Вот такая чашечка прикольная, очень детализированная. И заметьте, ребят, последнее время очень стало популярно делать такого рода чашки, вот такие вот лица, рожи, всяких персонажей и так далее. Внутрь у нее, то есть, это стандартный такой мини-гармошка такая стандартная, поэтому на нее, в принципе, зайдет все. То есть на гармошке можно забивать абсолютно все, начиная от Фумари, заканчивая ВТО, если вам его не жалко, да? Заканчивая Сатиром, Танш, не Танш, Дарксайд, на гармошке все очень легко и просто забивается, в отличие от фанелов. Так, эту чашку мы посмотрели, ёпта, как ее ставить. Прикольная, очень интересная чашка, такой игрок. Идем дальше. Это у нас... А я знаю, что здесь лежит, потому что она здесь отмечена маркером Horeca. Это довольно-таки очень интересная чашка, и она тоже, ребят, крайне универсальная. Это даже не фаннел, это даже не алер, это фаннелоподобная чашка с очень тонкими бортами, между прочим. Она интересная в работе, но на ней чаще всего перегревается табак, и я это миллион раз замечал. Поэтому аккуратнее, если у вас есть такая чашка, и вы решили забить на нее табак, то будьте аккуратнее с температурой, потому что можно в любой момент это быстренько все к хуям спалить. Так, идем дальше. Давайте вот эту откроем. Cosmo Bowl Carib. Cosmo Bowl Carib, это пират Карибского моря, такая... Блять, вот Марик, Космошоп, красавчики, о том, что они придали ихнему товару
такой охуенный продажный вид. То есть это красивые коробочки, индивидуальность какая-то. Это очень интересно. А, здесь также не отмечено, что это за чашка, но возможно она эксклюзивная в плане того, что только именно в таком формате ее делают Alien, Upgrade и так далее. То есть пятидырая, классика, не классика. Давайте посмотрим, что у нас здесь. О, здесь есть вкладыш. В тех двух вкладыша не было. Инструкция по использованию внутри вкладыш. Спасибо за покупку. Давайте посмотрим, что же нам Космошоп советует забивать, блядь. Возьмите чашку Космобол. Другие, блядь, не берите. Только Космобол, иначе у вас нихуя не получится. Наполните ее табаком для кальяна. То есть берете, просто вот так вот ложите, наполняем. Разместите на чашку коллаут или фольгу, просто бросаем фольгу, вот так ложим, размещаем, не затягиваем, а именно размещаем, либо коллаут размещаем. Положите угли в коллаут или на фольгу, то есть берем черные угли, неразожженные, и ложим на коллаут, желательно древесные, то есть обычные с печки. Накройте угли и подождите 5 минут. Берем, накрываем угли и ждем 5 минут. Снимите крышку и наслаждайтесь кальяном. Вуаля! Ой, Кисоня! Клео, ты что камеру трогаешь? Не знаю, возможно там сбилось, у меня Кисоня беспределит. Здесь чашка похожая на самую первую, но это уже Алиена подобная чашка с косыми бортами. Здесь же уже следует аспект того, что в эту чашку желательно забивать табак, который именно жаростойкий. Допустим, в Фумари на этой чашке, ну, очень сложно забить так, чтобы было идеально. Конечно, в любую чашку можно забить все, но чтобы это упростить, то фан алиеноподобные чашки, конечно же, советую забивать более жаростойкие табаки с маленьким отступом. Здесь есть надрезы, так что птичку вам делать не надо, да и сам вулканчик гораздо ниже уровня бортов. Довольно-таки тоже интересная чашка «Пираты Карибского моря», но что-то она какая-то не детализированная, как будто подтерлась. Но все равно спасибо. Идем дальше, что у нас здесь есть. Вот такая вот чашка, я знаю, это линейка Marvel, она у меня очень давно есть. И посмотрим, что у нас в ней есть. Так, здесь тоже вкладыш, мы его уберем. Да, это квадратные чашки. Космобол, у меня здесь бист, зверь. Мы поначалу думали, что на эту чашку невозможно поставить коллаут. На самом деле, ребят, не бойтесь покупать эту чашку, потому что коллаут на нее встает идеально. То есть никаких проблем у вас там с квадратным форм-фактором не будет. Это тоже такая чашка, в принципе, не универсальная для более крепких, жаростойких табаков, ну, в принципе, с маленьким расходом. Идем дальше. У нас есть вот такая вот чашка. Это самый обычный дизайн, такой прикольный. Посмотрим, что в этой чашке. Ой, в этой коробке. Так, так. О! Вот это я люблю. Это космошоповская гармонь. Честно сказать, знаете, ребят, последнее время Космо немного начали сдавать по качеству. Это заметно, потому что если раньше ты после того, как прокурил охуенную чашку на ихней чашке, охуенный табак на ихней чашке, то есть прокалил ее, и ты просто смело бросаешь ее в холодную воду, и ей хоть бы что. Но в последнее время я замечал то, что глазурь вот эта начинает на них трескаться. Ну и бывает, что очень часто начинает табак у них перегреваться именно в космошоповских чашках. Это не претензия, это просто заметочка, которую я увидел. Идем сюда. Здесь у нас Rocket. Rocket. Что такое Rocket? Здесь отмечено, что это Rocket. Давайте, собственно, посмотрим, что здесь. О! Ха-ха! Во! Это, по факту, классическая такая турка, одна из разновидностей турецких чаш. Подобные такие турки мы видели у компании Smoke Lab, и она называлась Classic V1 и V2, вроде бы, такого же форм-фактора, пятидырая, с косыми углами. На ней очень круто раньше заходила старая нахла. Dark Side на ней идеально заходит, прям вот не перегревается на этой чашке, потому что я тоже ее юзал, я ее знаю. Такая под елочку сделанная, типа новогодняя раскраска.
Но сюда не советую забивать фумари, потому что она глазированная, и фумари в ней будет просто дико перегорать, в том числе и аржелини, и щербетли, и так далее. Поэтому лучше сюда забивать более такие, более средней жаростойкости табаки, но никак не максимально легкие. Так, идем дальше. Вот такая вот красивая коробочка есть. Marvel. Это железный человек. А какого он типа там? Ну, интересно, ребят, согласитесь, да? Очень круто, то, что они так это, собственно, все упаковывают. Железный человек Alien. Ну, я вам скажу так. Детализация прям, ну, не очень. Просто сделали примерно похожую голову и ее разрисовали. Вот было бы круто, если бы контур там был бы как-то выпуклый и так далее. Но я, походу, сильно доебываюсь, да, до всего. Мне на халяву прислали столько чашек, и я все равно стою здесь перед вами, выебываюсь, а вот это не так, то не то. Идем дальше к этой чашке, что у нас здесь. Бля, меня сейчас начнет подгачивать. Кстати, к сожалению, мне не разрешили рассказать, что я курю в этой чашке. Это супер модный, супер технологичный, новый экспериментальный табак. И самое интересное, что он делается не в России, не в Америке, не где-либо. Это чистейший продукт из Японии. Я не могу назвать его пока название, не могу сказать, что именно, как он ощущается и все остальное. Я его сегодня получил на почте, то есть прям прямиком из Японии. И я вам скажу, что он, в принципе, охуенный. А охуенный знаете чем? В том, что в нем содержится кое-что. То, что в нем содержится один из таких компонентов, который разрешен в Японии, но запрещен в России. И это, скорее всего, вызывает какую-то зависимость. И я скоро жлюто на него подсяду и перееду жить в Японию и смотреть аниме. Идем дальше. Ну это классический фанел. Это классический фанел. Помню, Космос с них и начинал. Вроде бы, если не ошибаюсь. Вообще, вроде Космошоп начинал с сумок. Космобол назывался. Ой, Космобэг. Да, Космобэг, да, сумки для кальянов. Я помню, Марик мне еще их все никак не мог отправить, а потом отправил, и я вроде нихуя на них не снял даже. Так вот, такая классическая чашка, на нее залетает охуенно Данж, Дарксайд, нет. Дарксайд теперь не залетает. Раньше Дарксайд залетал, сейчас, сука, уже не залетает. Сейчас он на них дико горит. Потому что Дарксайд стал не жаростойкий. Идем дальше. Что у нас здесь за чашка? Я думаю, дальше уже все повторяется, и ничего такого интересного я уже... О, это карамелька. Я называю ее почему-то мороженкой из-за этой формы. Это у нас фанел, очень аккуратный, маленький, с маленьким расходом. Также для крепких табаков. Если вы сильный задрот, то без проблем забивайте в него фумари, и все будет очень круто. Что у нас здесь? Тоже Marvel DC Edition. Кто именно, я еще не знаю. Кстати, здесь есть Росомаха, но чашки Росомахи я не видел еще. Прикольно, алхимия. Алхимия такая с ракеткой. Бразиль. Фанел. Это фанел у нас. Так, посмотрим, что... Ох ты, прикольно. Это Бэтмен, блядь. Это Бэтмен. Тоже фанел, тоже для более крепких табаков. И так далее. Становится скучновато, я понимаю, да? Но я хочу все открыть и посмотреть, когда я нарвусь на что-то реально интересное. Если прям вау-вау, что-то интересное в этой коллекции чашек, которую мне отправили. Во! Интересно. Это Абуашвили, ребят. Это у нас Абуашвили. Чашка специально, походу, они законтактились с Мариком. Такой тоже минимальный расход чашки. Очень интересно. Глаза обдолбанные, накуренные, прокуренные и так далее. Тоже прикольная чашка. Согласитесь, ребят, прикольно так поставил и как бы куришь. Интересно. Я говорю, мода пошла именно на такие кальяны. Что у нас здесь? Здесь тоже классический фанел. Кстати, они стали меньше размером. Или мне кажется, или я уже привык к большим чашкам. Ну да, они стали какого-то меньшего размера. Возможно, я просто вырос. Так. Ну
Ну, собственно, последняя у нас чашка. Это у нас по отметке здесь написано апгрейд. Да, кстати, по поводу апгрейда от Марика. Ну, от более таких классических рабочих чашек. Она очень хорошо себя проявила у меня в работе. Она мне очень понравилась, потому что мы все помним плохие опыты с форм-фактором апгрейда. Я даже не помню название этой чашки. Они были просто ужасные, перегревались, и было очень плохо. Но Марик прикольно сделал, Космошоп, она очень хорошая. Если нет апгрейда, то как бы апгрейд от Космошопа очень сильно подойдет. Кстати, заметили, что слово апгрейд, АПГ, да? АПГ, апгрейд, да? То есть стало словом нарицательным вроде, да, нарицательным. То есть это уже как бы форм-фактор. Хотя это была раньше компания. То есть и сейчас она есть, апгрейд форум компания. Ну, собственно, это все. Возможно, обзор стал длинным, долгим. Но мы посмотрели, что у нас в коробочке. И, собственно, то же самое происходит каждый день, когда ко мне приезжают какие-то коробки. И я их, собственно, сижу как дурак, как маленький ребенок, распаковываю. Так что всем спасибо. Это был Дава Дым. Это такая тотальная коллекция чашек Космошоп. Подписывайся, ставь лайки.